Понимаете, ни одна песня не бывает о чем. Песня – это чудо, которое появляется вне зависимости от того, что я думаю, что я хочу. Если я хочу что-то в песню вложить, хочу, чтобы песня была о чем-то, песня 100% гарантированно никогда не получится. Если дать своей душе просто воспринимать то, как есть, то это, может быть, специально настроиться нужно. Я не знаю, как это происходит. И вдруг, иногда понимаю, что вдруг вот складывается то, чего вот 5 минут тому назад еще не было. Вот появляется какое-то новое чудо, появляется тайна. И вот за этой тайной нужно идти и не отпускать ее, как гончая. И если повезет, тогда, может быть, в конце концов получится песня. А вот о чем она, каждый решает для себя. Потому что, знаете, вот самый простой пример – это математическое уравнение. Оно ни о чем, оно сообщает о том, как все есть. А уже подставлять свои значения в это уравнение каждый должен сам.